Всем привет! Сегодня на обзор у меня вот такой чудесный вело-мотовелосипед с таким колесом сзади. Вот. А что с моим мопедом делать? А создатель всей техники опять же Александр. А ё-моё, снова я, да? И снова Александр, расскажите. Ну еще, да, добрый день. Этот данный аппарат создан для моего сына Ярика. Ну как-то, пацана, чтобы завлечь. Создан вообще шутя. Как-то выражение было, чего делать. Был старый велосипед раскладной. Давно валялся. Мы, короче, его применили. Пила, получается, Урал 2, электрон, задняя, по-моему, звездочка Иш, Юпитер. Ну, а здесь, получается, редуктор, даже звездочка это с пилой, получается, просто снято защитный корпус, подточено, маленькая, тяги хватает, я даже пробовал со своим весом прокатиться, идет. Топливный бак от дружбы. То есть 100 килограмма веса тянет. 100 килограмма легко. Валит хоть бы что. Легко. Вот так, такой зверь. Ну, в планах еще было вот здесь просто временно проварил трубы. Амортизаторы поставят, маятник стоит. Ну, к сожалению, амортизаторов не было, а уже кататься ребенку хотелось. Поэтому поехали мы без амортизаторов.